Колесо. В общем, машина восстановлению не подлежит. Подбежали люди, пытались дверь открыть, а ее зажало. Вот. Я уже успокоился, боль прошла. Я вылез через пассажирское сиденье. А мне еще все стекла рассыпались у меня. Ну, у меня крохло стало, вся футболка была в крови. Я подошел к коллегу. Начал смотреть, он такой, ну, в таком состоянии, я почувствовал резкий запах спиртного. Он неменяемый был. Он даже не понимал, что произошло. Еще хамил сотрудникам ДПС, что они все уволены. Вот, вы не знаете, кто это такой. Человека корона, он там во власти.